Автокресло спасает. Об этом 9 февраля в очередной раз напомнили водителям. Пушкинская госавтоинспекция совместно с администрацией округа провела рейд «Ребенок-пассажир». Сотрудники ГИБДД проверили, как автомобилисты соблюдают правила перевозки детей. Сегодня проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир», направленное на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Мы раздаем в памятки по правилам перевозки детей в автомобиле. Кроме памяток, водителям еще раздавали светоотражающие браслеты. Подобные рейды Пушкинская госавтоинспекция проводит на регулярной основе по всему округу. Это, как правило, раз в неделю. Такие рейды у нас не только по этому адресу проходят, они, соответственно, проходят также в городе Ивантеевке, в городе Красноармейск. Чаще всего это происходит вблизи школьных учреждений, чтобы повысить вероятность выявления нарушений. Большая часть водителей, конечно, относится с пониманием и более ответственно подходит к данному вопросу, чтобы безопасность их детей, в конце концов. Дети в возрасте младше 7 лет могут ехать только в специальных креслах. Для ребенка с 7 до 12 лет можно использовать как кресло, так и ремни безопасности. Пушкинская госавтоинспекция напоминает всем водителям, что использование детских кресел позволяет снизить тяжесть последствий при ДТП. А также необходимо строго соблюдать правила дорожного движения и быть особенно внимательным при проезде мимо детских образовательных учреждений. Евгения Коломейц, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа.